Привет. Вот это аппарат. День 3. Пробовал ручки завести ради интереса, не получилось. Я, наверное, засосал. Вилли с нами в Прилуках. Полный газ тогда, да. Запуск Виллиса. Он хранится в Киеве в сухом прохладном месте, да? В паркинге. Теплом. В теплом сухом паркинге. А тут дождя не было, но ночью сыро все равно. Непонятно. Топливо есть. Угу. Смотрим искру. Нету. А? Нету. Опа. Ну тогда все, задание принято. Да, разберемся. Сколько было? 700 тысяч, да, выпущено? Да. Кто-то там чуть больше, кто-то чуть меньше. И по всему миру разошлась. И все запчасти есть. Ага, тут есть. Ну тут хорошо. Там зазор есть, да? Да, все в порядке. Странно. Может, свечу то, что поставили, может? Да. Нету. Нету. Тебе бегунок поменяем. Замена бегунка. Трамблере еще конденсатор. Ага, теперь мы поставим на какую-то и будем проверять отдельно. Ну, тут есть. Ого, какая. Значит, мокрая крышка. Сухая. Зазор точно там все работает? Да. Протру крышку. Где-то как вообще вырубило. Ага. Конденсатор. А что, это новое? Угу. Замену крышки сейчас. Похоже на крышку. Мотор ГА-69. Нету? Задача. Давайте контрольную свечу еще поменяю. Я менял. Да, ничего не меняется, да? Ну тогда пальцем. Не. Такое впечатление, как питание на трамблер. Хорошо, не приходит. Мы не коротим, а, так, не... а делаем так. То я коротил, а теперь мы уже проверим и конденсатор. Да, и... да. Нету, да? Контакт. Нету, да. Ага, сейчас мы его будем разрывать. Разрыва нет. Он завис.
и не закрывается. Все. Ага. Он завис и не закрывается. Угу. Все, 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 вопрос нет. О, починили. Да, хорошая техника, все. Отвертка, руки. Диагностического разъема нету. Все проще. Фильтр мы ставим сразу. Да, вот это уже опять зависло. Нет, центральный провод не одели. Провод, да, без провода, конечно. Не заведется. Тяжело найти черную кошку в темной комнате. Если ее там нет. Да, налили в цилиндры много. Да, слышно. Что там есть? Нет. Нету. Слышно, что белый волк участвовал в оффроуде. Ёлки-палки. Ничего не меняется, все как обычно. Плохо машине. Жесть. Ой, манипуляция с ножом и отверткой дали результат. Поймали мы тут серьезную машину. Ха, это круто вообще. Полный привод у нее. А я так заглянул, думал только передний. Субаровская. Какой из Мизика поставил свое управление мостом. И все, да? Кнопочку нажал, да. Так полный передний можно, да, или как? Не, он передний, а тогда задок подключается. Ну да, да. Нормальный аппарат получился. А по длине под укоротили, да, просто? Ну, у нас была 5-дверка. А сколько, не помню, кажись, 70 сантиметров. Ага. Да, классно получилось. Что, и печка есть? Конечно. Да? Не, прикольно, я ездил на сейм. На девичке. Так по тих барханчиках. Хочу сейчас квадрика куда-то 12 поставить. А, да? А влазят по этому, да? Ну, вони ж поняли, вони нижче трохи, а не ширше. Я хочу винос сюда зробити. А, я понял. Диска перед цей. Ну, да, на квадриковских будет нормально ну, отжигать. Так нормально. Та я і так не... она, я думаю. Хватає, а взвешивала сколько весит? 740 кілограм. До чорта, я думаю, менше буде. Та ні, ну оно ж все набігає. Кусочек линянки бачу. Субару внутрі. Задню подвеску не впізнаю. Все випалюється. Ну, линянка присутствує. Ну, треба ще подавати. Зараз заглянемо знизу. Да, полуосички. Маленькі такі, акуратненькі. Кстати, по діаметру, як у... Что там, Санта-Фе, наверное, примерно такие же. Класс. Так, машина починена отверткой и ножом, да? Как работает. Какие обороты низкие, наверное, да? Да, где на моем? 400 оборотов. Моторы. Едете? Не, поехали. Можем через лагерь проехать. Доброе. Привет. Как ты что набирает? Да. Да. Руслан, наш.
стекло ложится за 3 минуты. Да пока не. Пока не надо. Да, третий день движения. Уже ночь более тихая была, люди измотаны. Стоят уже многие без колес и фонарей. Тут налево. Передний мост. Да вон там. А. Не тут проезд. Сразу мы в оффроуд. Не ищем легких путей. Давайте с улицы, это Андрюхин УАЗ. Давайте я с улицы сниму преодоление. А там мешают или нет? Сюда, наверное, лучше. Вилли сможет. Какой подъем тут. Так, вот они. Одни из лидеров. Привет. Ё-моё, привет. А чё вы все тут? А брифинга нет? Ну там, наверное. Или нет? Или тут будет? Там, и там же ТР-1, а нам же. А, нам рано еще? Мне рано. Не, вам не, может, вы в ТР-1? Не, это ретро, куда? Ну, поехали, посмотрим, что там происходит. Юрец, ёлки, какой ты чистый, весь в новом. Тут, наверное, ленты натянули. Бревна. Бессмертная копейка, это ее маршрут. Не проверились, да? Большое препятствие, все высохло. Бессмертная тут показывала весной, хороший оффроуд, было мокро в этом месте. Так, сейчас. Может, поднимите? Да. Сейчас поднимем. Да, выходить не нужно, все гладенько. Да, вот там объезд, наверное, есть. Это уже трасса натянута. Сейчас будет экшен. Чуть-чуть не доехали. Тут можно наступить наоборот. Не обидится на нас. Не, наступить можно. Главное не рвать. Да, шикарный автомобиль. И вот мы. Как-то все подустали. Участников немного осталось. Неожиданный поворот. Да ты что, это вообще ручная работа. Да, и тут тоже все красиво. Но внутри еще лучше, чем снаружи. Ну, чуть износ есть, но такое, не новый. Пассажир какой-то у меня на капоте. Где? Ох, елки. Красивый. В кабриолет быстро все превращается. Вот так посередине, Прогрелось. Работает четко. А в оригинале?
Ну, пробка, раздатка, мосты, кроме движения. Почти. Мосты, да. Мотор 69-го. Не, блин, у вас это. А у меня пузо. Не, не получится. Может, руль заклинить? Не дыхать. Да, да. Вдохнуть надо. Сейчас ситушка отбивается. Нет. Перша, друга, третя. Перша. Не включиться нічим. Перша буде. Я сейчас. А це за мною, наверное. Перша, да. Перша. Едет. Блин, ну ему сложно. Ёлки, он думает, что он на этой, слышишь? Офигеть. Кто ему дал машину? У него же руль там плохо поворачивается. Восьми, робот. Это он вторую включает, наверное, слышишь? Все немецкие каски. Да не, ну советские тогда. Или американские. Слышь, видно, руль подклинивает об живот, я понял. Это экстрати? Вернулись. Хорошо, Рома седой был уже. Мне хорошо, я не посидею. Да. Но пилот жесткий, но слышишь? Но руль подклинивал там, да, я видел в поворотах. Что не обманывай. Я кажу, м'яко йде, возик віддихає. Так диви, да? Маленький болт. Лучше йде? До мене, да. Ну, дякую. Приходи до мене, давай. Тільки Только прив'язуйся. Сейчас я ее провезу, а потом там Привяжи человека. Да. Так, я на Вилисе. Все как на Вилисе. Двери такие же. Сейчас будет экшен. Так, маршрут тот же. Чуть быстрее только все. Слышь, тут так не угонишь, надо изучить инструкцию, да? Новый пилот. Ты видишь, все от пилота зависит. Независимо какая машина, скорость одинаковая. Сложнее, да, Рома? Но двери похожи. Держись. Не, тут пилот не такой, как вот этот, что затирал руль. Колян, ты едешь или нет? Я на своей поеду. Да нет, на нашей поехали. На вашей? Протестируем подвеску заднюю. Да, ох, елки! В войну так и садились. Именно так. Вот его, не, это не твоя. Твоя. Это твоя на бляхах? Да. Внучок. Правнук. Ну конечно, оригинал. Я ж что тебя позвал? Ты же на такой не ездил еще. Я на такой не еду. Я думаю, какие-то там из гадики где-то 9. Да какой, ты что? Вот так по кругу поехали, он как поехал это.
Ну как идет? Мясо, я как вам. Огонь. Так, за горушек. Понял. Пальчик это такое было, да? Не, что? Я вас не знаю. Блин, двери надо закрыть. Не, поручни можно приматься. Я двери закрываю. Так это оригинал двери. Да? Ну, конечно. А вот эта бешеная Нива, которая показывала на спецучастке серьезный результат. А где все уже? Никого, поехали покушать. Да поехали. А сколько по рукам продаж? Три. Третья пряма, понижена один бум. Тут правее можно, да. Блин, подрезать сейчас будут. Ну как, Колян? Осторожно, встречка. А, можно... О, блин. Да не можно. Можно, но не нужно. Я думал, можно резануть. Но... Сзади машина. Зеркала есть. Зеркала настроены. Куда они все едут? Вот тут, слышишь, но ночью еду, ну вечером. Они говорят, а тут проедешь на Бэхе нормально, говорит. Я так чуть проехал, говорю, не-не, давай я, наверное, вокруг. Так это раскатали уже. Сбилось зеркало, я не бачу. А тут ленты тоже. А мы верхом поедем. Поехали верхом, да. А мы заедем наверх, груженные? Уже да. Тут коллектив серьезный собрался. Уже да. Уже да? С передним да. А какие объем? 69-го мотора. 69-й немножко переделан. 2.12 объем. 2.150. 2.150? Да. А, расточенный. А родной, да. Именно. 2.12, да. 2.102. Блин, сзади кто-то преследует нас. Можем оторваться или нет? Нет. Можем резать по тормозам ударить. А потом оторваться, да? Так, сейчас будет экшен тут. Трасса натянута. Там видел две ямы, какие выкопали? Нет. Ты шо? А ты будешь ехать? Да. Да? Если без резины, мы поедем. Тоже же кто-нибудь шел показать. А, надо вправо. Уходим. Уходим. Смотри, как люди смотрят. Видел? 18 ребят. Давайте попробуем. Давайте попробуем военную. Давай. Попробуем. Куда? Йо. Подъем. Все, мы оторвались. Оторвались, да? Ага, смотри, они очканули, да? Я думаю, вроде бы и на пьют, ребята. Слышишь? Слышишь, это, короче, как в этом... В самолетном бою, да? То есть раз и в хвост зашли. Это они? Да. Поехали влево, влево, влево. Может, бокал нашелся? Да. Ну, Land Rover порадовал вчера. Ты видел, нет, Колян? Не, не видел? Прямо, правее, правее. Land Rover порадовал. Там V8, понял? Ага. 3.9. И... Бензин? Ну, конечно. То так он валит по-взрослому. Привет. О, с топором быстрее уезжай. Вова тоже вернулся. А Вова Р1? Да. Надо позавтракать.
Давай туда дальше и налево. Вот там есть стол, я видел, с едой. Эта куча нравилась мне. Какая? Там опасно. Так иди, ты на нее заезжал только что. Когда мы ехали, да. А, там машина, там нельзя, там. Так. Смотри, бокала нет, да? Мы тестируем подвеску. Фоксы проверяем. О, а вот, вот сюда паркуемся. Да, где-то паркуем. Вот за самураем можно хорошо будет смотреться. Что-то еды мало на столе. И вообще нема, Руслан. Да вон, за самураем, да. Да. Стой. Оно сфотографировано. А Борус, сфотографируешь, да, и выкинешь. Я стану тут. Я тут буду. Нет, стой, сейчас. Мне это стало. А ну еще раз, стой. Контрольный покажи. Дверь починил. Так слышь, она лучше, она так не работала. Я говорю, дипломат закрывается. Даже лучше.